Жить без света надоело. На улице Лепилова, что на окраине сортировки, фонари последний раз горели больше 10 лет назад. Столбы для уличного освещения здесь есть, а вот лампы в цоколе давно нет. Ходить по частному сектору в ночное время страшно и опасно. Инициативные граждане просили городские власти вернуть на их улицу свет, правда, безрезультатно. После обратились в прокуратуру с соответствующей жалобой. Отстоять законное право удалось лишь в судебном порядке. Теперь управление капитального строительства администрации должно отремонтировать фонари в срок до 1 июля 2019 года. Мы с вами понимаем, что отсутствие освещения на улицах влияет на безопасность граждан, а также динамику дорожных транспортных происшествий в темное время суток. Если кто-либо из граждан видит такое положение вещей, то необходимо обратиться с заявлением об освещении темных участков улиц, если граждане полагают, что их улицы плохо освещены, в органы местного самоуправления.